Итак, всех приветствую на своем канале, всех товарищей коммунистов, анархистов и всех-всех-всех. Сегодня мы продолжаем играть в Сруф Чефир. Остановились мы в этой квартире, где мы нашли мертвое тело, которое решило вылокать все вино в одиночку, не позвав нас. Ну, точнее, он нас звал, но он не успел, не дождался, точнее, нас. Так, у нас есть... пистолет, и в нем 1, 2, 3, 4, 6, 7 где-то патронов. Что за... кто-то заблокировал эту дверь. Заблокировал. Веревка. Оу, май гад. Ага. Отлично, мы спускаемся по веревке. А, мы просто... мы могли спуститься вообще вниз, но мы спустились сюда, ну ладно. Так, о! О-о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 -
женщина. Да собака. О боже. Чуть-чуть не погибли, ребята. Это ужас. Так, предлагаю пока ходить с мобилой. О боже, еще патроны на этот ссаный пистолет. Но ни одной хилочки, ни одной хилочки. Ни одной хилочки от хилочки. Дверь не поддается, ничего не открывается. Так, и хилки. Хилки тоже нет. Ну, черт я. Так, ладно, давайте берем пистолет. Надеюсь, там будет светло. Да, понадеялся то, что будет светло. Ладно, ничего, сейчас переиграем. Тут не, недалеко. Так. Но мы уже знаем то, что нам там не рады. Как я так... Я два магазина целых пропустил. Охренеть. Целых два магазина. Ух, даже я благодарен тому, то, что я такой тупой и умер. Давайте пересохранимся. Чтобы это все не подбирать, потому что чую то, что я буду умирать тут не один раз. Так. Отлично, так, вон там он, женщина. Сейчас мы, значит, ее должны... Да тупая. Умри. Боже, все равно я умер с... умер, да. Нет, этот, короче, мало здоровья у меня, твою ж мать. Так. Точно ничего? Блин, ну нихера нет. На подоконнике тоже. На твою ж мать. Ладно, ничего страшного. Так. Я во что-то уперся, там что-то стоит, я не смог назад пройти. Да и твою ж мать. Так. Что ж так не везет-то? Давайте сразу перезарядим. Ладно, похер на эти 6 патронов. Там еще одна обойма лежит. Все отлично. Так, она погибла. Отлично, так. Теперь давайте в две руки. Надеюсь, столько хватит. Я понял, почему я... Так сказать. Отлично. Так, даже здоровье осталось. Так, давайте возьмем, наверное, лучше ножик и фонарик. А, первое за... А, это мы... Стоп. Это мы на каком этаже? На третьем этаже опять. А, так, теперь нам надо просто в подвал, получается. Я... Что? Тут, разве это тут было раньше? Нет, брат, такого не было. А, тут была эта домохозяйка уродская. Так, отлично. Стоп, чё там? Что?
Отлично, еще одна обойма. Черт, что-то я довольно много их пропустил. Тогда можно и пистолет взять. Так, давайте. А куда нам? Если, собственно... А, лифт. Лифт не вызывает, скорее всего, он где-то застрял. Дверь не поддается. Стоп, подвал. Нет, стоп, отсюда мы вышли. Да, отсюда мы пришли. Надо еще какую-то открытую дверь искать. Полностью заблокирован, не могу открыть. Так. Вот эта дверь открыта. О, сохраняшка. Отлично. Так. Давайте пересохраним. Я залупал. Так, ладно. Отлично, сохранился. Так. А, у меня. Я думал, у меня мало патронов. Давай, женщина. Так, отлично. Надо перезарядить. Очень неэкономно патроны я использую, ребят. Все отлично, она умерла. Фу, че их тут так много-то стало? По-моему, мешков меньше было. Так, ну она тут прихорашивалась к моему приходу. Ванну приняла. Да? Я как бы не против. Нет. Как бы да. Боже, Симон. Сифон, ну, Семен, ну. Блин, я, ребят, шприц еще. Блин, никаких витаминок нету. Твою же мать. Ну ладно, ничего страшного, наверное. Боже. Ничего страшного, так, берем. Калет. Боже, ну нихера не видно так. Две руки. Давайте, может, там шприц отреспавнился. Четвертый, вон пятый, шесть этаж. Нет, шприца нету. Есть только боль и страдания. Надо. Наверное, на первый этаж. О, боже, я нечаянно. О, боже. Да чё вас тут так много? О, боже. Ребят, я абсолютно без фонарика ничего не вижу, поэтому я предлагаю, знаете, что сделать? В настройках чуть-чуть яркость подкрутить. Ладно, не настолько, вот настолько. Ой. Ладно, ничего страшного, игра перезапускается. О, отлично, очень долго почему-то она думала. Фига, с фонарика плохо видно. О боже, эта стрельба достойна уважения. Да убивай меня. Я ни хрена не вижу, ребят, ни хрена. Ладно, давайте. Он еще не может. Что? Вы видели? Там иконка была, как будто бы я мог что-то подобрать. Так, давайте перезарядим наш пистолет. Вот две руки. Оп. Отлично. Блин, почти полобойма уходит на одну такую девицу.
патронов получается. Так, надеюсь, хватит патронов. Уж одного патрона не хватило, чтобы его убить. Ну ладно, ничего страшного. Главное то, что мы живы. И ни единого шприца. Так, ребят, нельзя так. Очень красненькие. Я уперся в какое-то говно опять. Ёб твою мать, игра. Вы что за... Я... Что? У меня как будто клавиша залипла. Я, короче, без воли своей ходил. Убежать, женщина, боже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 из 15. Получается, на одну, по идее, мне должно хватить. Еще на одну я должен убить, по идее. Я не знаю сейчас, как будет. Что? Вы видели? Что это? Что с игрой? Это так русификатор влияет или что? А какая сложность вообще? Difficult. А, ну Difficult 3 стоит, хотя мы меняли с вами на вторую. Ладно. О, боже. Еще знаете, что я заметил? Тут очень... Короче, тут как в Escape from Tarkov, очень плавная мышка. Стоп, а что это? Вот почему я как огузок себя вел. Ну-ка, вот смотрите, вот так вот. Хоп-хоп. Да, судя по всему, это из-за этого, ребят. Обзор мышью, это как? Это что за настройка? А, что? Я не могу вверх-вниз смотреть, представляете? Так, ладно, сейчас извиняюсь за такие небольшие, так сказать, лирические отступления. Так, просто неудобное управление. Так, все, отлично. Да, все замечательно. Сглаживание мыши. Очень бесполезная функция. Опять я во всех препятствиях застреваю. Ядрить его, конечно, в корень. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня там 7 патронов, получается, осталось. Ни одного шприца. Откинься быстрее. О боже. Это просто, я не знаю, это какой-то лютый прикол, ребят. А, трупа нету вроде. Труп исчез. Я вот в этой говне несколько раз уже застрял. Вот в этом дерьмище просто. Если на меня сейчас выбежит еще одна такая херовина, то я не выдержу. Отлично, но ее нету. Как и нету шприца. Как и нету шприца. Шприц, шприц, шприц. Где мы ищем шприц? Так. Ну, самая окровавленная дверь — это для нас. Так, отлично. Что мы тут находим? Стоп, а мы тут были, по-моему, нет? Да, там с потолка рука свисала. Мы тут глок подбирали. Твою ж мать, где все лечилки?
Как я сейчас, знаете, что боюсь повстречать кого-то. Петрович тут есть? Тут, по-моему, сохраняшка где-то была. Или мне показалось, приснилось. Да, скорее всего, приснилось. Так. Вот. Ничего не вижу, на полу не валяется. Так, ну давайте зайдем вот сюда на кухню. Может, тут что-то есть? Нету. О май гад, просто у меня 3 хп нахер. 3 хп. Ублюдство. А где последний сейф? Ядрить его в корень. Ребят, давайте я, наверное, ускорю, короче, этот момент, как я прохожу. Боже, ну... Ну потому что игра просто, я не знаю, лучшая. Так, ладно, давайте. Все. Так, друзья, вот мы дошли до этого места. Ух. Так. Там эта мразь сейчас нас выпрыгнет. Отлично. Ух, убили ее. А все, магазин кончился. Ужас. Как нам теперь делать? Что же нам теперь делать, точнее? Ни одного шприца, просто боссового шприца не могут положить. Ни одного шприца. Ну, это мне нравится такое, такой подход. Не знаю, что сейчас мы будем делать там. Я не помню, где сохраняшки, просто понимаете, не помню. Вот он, смотрите, стоит. А что мне с ним делать? А? Ну все. Почелось. Боже, зачем я выбрал самый тяжелый уровень сложности? О боже. Опять, смотрите, он идет. Да ё-моё. Саймон, что за чудеса? Какая-то багованная серия выходит. Вот я просто мышкой двигаю, он в одну сторону плывет. О, отлично. Ужас, Саймон, боже. Отлично, патронов все меньше и меньше, ребят. Я вообще не представляю. Там какие мне надо будет изловчиться просто, чтобы ее убить.
Отлично. Так, предлагаю на этом закончить. Я не знаю, как-нибудь надо посмотреть, как поменять сложность. Да, конечно, на середине игры это плохо, но, блин, я просто не могу. Просто не могу, ребят. Ладно, всем удачи, всем пока. Серия какая-то дерьмовая, вышла куча багов. И, можно сказать, не сдвинулись с места. Всем удачи и всем пока.